Ничего себе! Майли, ты только посмотри, сколько тут разноцветных фонтанов! Ага, самое время окунуть в них наши мармеладки! Ого, что происходит? Вот это да! Круто! Ну что ж, окунать вкусняшки в такой фонтан еще прикольнее. Я, пожалуй, начну с розового шоколада. Как аппетитно! Вот это да, невероятно! Шоколад со вкусом бабл-гам. Я могу даже пузыри надувать. Прикольно, да? Какая же ты смешная, Кэнди! Давай, Майли, твой черед. Хорошо, я, пожалуй, искупаю своего Мишутку в зеленом шоколаде. Интересно, каков на вкус он? Попробуем. Какой же нежный мармеладный мишка. Вот только никак не могу понять, что же напоминает мне этот шоколад. Яблоко нет, поки нет, брокколи. Точно! Какая гадость! Ну и кто додумался портить вкусный шоколад этой зеленой дрянью? Фи! Кэнди, твоя очередь! С превеликим удовольствием! Не сомневаюсь, что голубой шоколад будет очень даже вкусным. Ой, а почему мармеладный мишка стал так странно выглядеть? Ну ладно, попробуем. Ого, какой он стал холодный! Бррр! От этого шоколада буквально веет холодом! Нет уж, такое я не люблю. Ну а теперь я отведаю мармеладного мишку в классическом молочном шоколаде. И сделаю я это с превеликим удовольствием. О да, классика никогда не разочаровывает. О да, настоящее счастье. Правда? Ну что ж, значит, это самый вкусный слой этого фонтана. О, да, действительно, шоколад вкусный и без всяких добавок. Майли, так чего же мы ждем? Давай просто зальем фонтан шоколадным сиропом. Согласна на все 100. Эта идея просто гениальна. Так-так, в этом раунде у меня кола. А у меня вонючий сыр. И за что мне такое наказание? Я и так в прошлый раз слопала гадкое брокколи. А эта гадость не только на вкус мерзкая, но еще и на запах. Остается только надеяться, что шоколад ситуацию поправит. Ого, теперь сыр и правда не воняет. Надеюсь, на вкус он тоже изменился. Ой, что-то мне нехорошо. Ну, бывает. А мне досталась кола. Ее я, пожалуй, просто выпью, потому что она и без шоколада очень даже вкусная. А дальше эту пустую бутылку я доверху наполню жидким шоколадом. Таким образом у меня получается двойное удовольствие. Обалденно! О, а почему бы не добавить в шоколад немного меда? Таким образом жидкий шоколад станет гуще. А если я его еще немного заморожу, то он превратится в желе. А желе я просто обожаю, особенно шоколадное. Немножко потрясем, чтобы все перемешалось, а затем воспользуемся спреем быстрой заморозки. Готово. Можно переходить к дегустации. Вот это да! Получилось просто нереально вкусно! Ой, Майли, хочешь перебить вкус гадкого сыра? Тогда давай скорее пробуй! Какая же вкуснятина! Большое спасибо, теперь мне и правда гораздо лучше! Какая прелесть! Столько маршмеллоу! Кому маршмеллоу, а кому перец? Это нечестно! Понимаю, что тебе нужно собраться, поэтому я слопаю свои зефирки первой. Уверена, что с шоколадом они станут еще вкуснее. Я была права. Это невероятно. Кэнди, теперь ты. Готова? К такому нельзя быть готовой. Это же острый красный перец. Я уверена, что его даже шоколад спасти не сможет. Точнее, шоколад не сможет спасти меня. Хотя я на это очень надеюсь. Ну вот, кажется, начинается. Внутри меня разгорается пламя. Мамочки, надо скорее прятаться. Ну ты даешь, Кэнди. Вроде бы полегчало. Это было эффектно. Ого, смотри-ка, ты превратила мои зефирки в однородную массу. Теперь они выглядят еще более аппетитными. Вот это да! Так и хочется поскорее все слопать. Сейчас окуну руку в шоколад и попробую.
Это настолько вкусно, что я просто не могу остановиться! Волшебно! Просто пальчики оближешь! Да уж, повезло тебе! Даже немного завидно! Ого! В этот раз у меня пушка Чупа-Чупс! А у меня тоже пушка, но тик-так! Круто! Да, чувствую, этот раунд будет не только вкусным, но еще и очень увлекательным. Для начала я, конечно, хочу отведать леденцов. Все чупа-чупсы разного вкуса, и это так здорово! Интересно, а как работает пушка? О, я поняла! Чупа-чупс нужно вставить прямо в нее. Смотрите-ка! А теперь этот леденец будет круто появляться. Да, в детстве я бы мечтала о таком пистолетике. Хотя кого я обманываю, я и сейчас ему очень рада. О, да, леденец и шоколад – это просто нереальное сочетание. Выглядит очень аппетитно. Майли, теперь твой черед. Ура, у меня дрожит тик-так. Я его так люблю, что готова съесть весь флакончик сразу. Вкуснотища! Скорее нужна добавка! О, да, потрясающе! Вот только я все съела и не проверила, как работает моя пушка! О, точно! Почему бы не сделать это с помощью шоколада? Ням-ням-ням! Эй! Ты что делаешь, Майли? Не ругайся, мне просто хотелось протестировать мой пистолетик! На этот раз мне достались мои любимые палочки Поки. А у меня целая куча панкейков. Да, вот уж с чем, а с ними жидкий шоколад идеально сочетается. О да, как же это аппетитно выглядит. А на вкус просто потрясающе. Но знаете, окунать каждый панкейк – это слишком долго. Поэтому мне на помощь придет вот такая трубочка. С ее помощью я вылью на панкейки очень много шоколада. Вот это красота! Но это еще не все. Теперь я добавлю к шоколаду сахарную пудру. А еще ягодки. О да, с ними будет еще вкуснее. Ну а теперь самое приятное. Ого, какая обжора! Ну что ж, теперь пришла моя очередь пробовать палочки Поки. Они и так в шоколаде, но, как известно, шоколада много не бывает. О да, обалденно! Клубничные палочки Поки и молочный шоколад. О, а идеальным завершением такой трапезы будет шипучка. Сейчас на языке начнется настоящий фейерверк. Это настолько круто, что сейчас я совмещу все эти вкусняшки. Окуну палочки Поки в шоколад, а затем в шипучку. Вот это да! Кажется, я только что изобрела съедобные бенгальские огни. Очень вкусное и красивое открытие. Кэнди, ну посмотри! Вау, очень круто! Подписывайся на наш канал, ведь дальше будет еще веселее и интереснее. А еще пиши в комментариях, какую вкусняшку в шоколадный фонтан окунул бы ты.